Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком производителе садовой химии, как «Зеленая аптека садовода». Даже само название этого производителя говорит о том, что препараты данного производителя стоят на страже здоровья наших зеленых растений. «Зеленая аптека садовода» довольно-таки давно выпускает препараты и довольно-таки давно присутствует на рынке садовой химии. Вот такой у них фирменный знак. Если вы будете покупать, то обращайте внимание вот на такой фирменный знак этого производителя. Ассортимент довольно-таки большой. Садовая аптека садовода производит, а не перепродает и не фасует товары для защиты сада от вредителей, от болезней, от почвенных вредителей и от сорных растений. Вот смотрите, какие популярные, как Теовит Джет, Скор, Профит, Купролюкс. Вот эти препараты защищают растения от болезней. И вот что интересно вот в этой фирме, чтобы вы не ошибились, пакеты, они имеют как бы одинаковый дизайн, но окраска немного отличается. И это поможет нам определиться именно, от чего мы покупаем данный препарат. Потому что всем известно, что тлю препаратом от мучнистой росы не убьешь. Вот. И поэтому, когда вы выбираете, внимательно смотрите на окраску пакета данного производителя. Каждый препарат на обратной стороне снабжен понятной инструкцией, как, в какие сроки, в каких количествах этот препарат применять. И что еще немаловажно, вот эти ампулы пластмассовые. Это, во-первых, поможет нам их донести и не разбить до обрабатываемого участка. Вскрывать их можно без всяких подручных средств. Ампула вот здесь снабжена такой вот очень легко отламывающейся пластиной, и получается ампула открытая. И это все приводит к тому, что очень просто использовать препараты вот в таких ампулах. И вот эта вот фасовка в двух ампулах тоже очень удобна. Все мы знаем, что одной обработки препаратом для того, чтобы уничтожить вредителей или вылечить растения, очень сложно. Обычно нужно две или три обработки. И вот здесь как раз мы в одной упаковочке покупаем сразу две ампулы для того, чтобы мы между обработками не ходили ни в магазин и не покупали препарат дополнительно. Есть фасовка и с одной ампулой, но это уже будет нужно для того, чтобы сделать третью обработку, если вот двух обработок не хватило. Фирма производит вот не только химические препараты, но и биопрепараты. Этим она заботится о соблюдении вот экологии, о которых мы часто забываем. Вот биопрепараты, пакетики с ними имеют вот такой вот красноватый, бордово-красный оттенок. Это всем известный битоксибацилин, липидоцид, фитоверм. И еще есть такой сейчас довольно-таки хорошо зарекомендовавший себя препарат фитоловин. Вот это вот сыпучие препараты. Вот. И фитоловин, жидкий препарат, он также расфасован в пластиковую ампулу, и также их две, потому что как минимум две обработки нужно сделать за сезон. Не забывает «Зеленая аптека садовода» и о садовых вредителях. И, быть может, это одна из немногих фирм, которая выпускает препараты от улиток и слизней. Вот смотрите, здесь уже немножко другой цвет пакета. Также вы сразу можете быстро выбрать именно то, что вам нужно. Ну и сейчас многие стали пользоваться препаратами от сорных растений. Это всем известный нам «Ураган», который выпускает фирма «Зеленая аптека садовода». Препарат известен уже давно и очень хорошо себя зарекомендовал. Сильный препарат. Такой вот жидкий препарат, который снабжен мерным стаканчиком –
также легкие в использовании. Но есть и новинки. Среди новинок это препарат «Отличник». Это препарат, которым можно обрабатывать свеклу, морковь, лук, томаты и картофель для того, чтобы уничтожить сорняков, сорные растения среди вот этих вот культурных растений. Препараты действуют некоторое время, потом они разлагаются и не попадают в плоды. Достаточно одной капли для того, чтобы уничтожить растения. То есть одна капелька попадает на листья и дальше опускается в корни, и растение погибает. Все препараты зарегистрированы. Если мы прочитаем обратную сторону, то мы здесь увидим, кто регистрант, когда зарегистрированы препараты. И все препараты, которые поставляет фирма «Зеленая аптека садовода», разрешены для применения в личных подсобных хозяйствах. Соблюдая рекомендацию производителя, вы уничтожите все нежелательные объекты на ваших участках, не нанеся при этом сильного вреда ни почве, ни полезным насекомым, ни своему организму. А наши советы помогут вам выбрать надежного производителя и препараты, которые поставляет данный производитель.